Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о некоторых скрытых возможностях в соцсетях, о которых вы не знали. Я хочу начать с Контакта, то есть кто не знал, если вы зайдете в приложение Контакт, введете в поиск значение Tool42, вы найдете такие пункты по данным, сколько людей вас заблокировали, сколько людей вас именно скрыли с ваших друзей, то когда ваша страница была создана и много-много другого полезного, но со своими условиями вы можете конкретно ознакомиться по этому приложению сами. Введите и посмотрите. Точно так же касается Инстаграма. Если вы зайдете в публикацию истории, вы можете найти такой подпункт, отсвайпнуть в правый угол. Вы найдете такую поисковую лупу. Вот. И наберите там green screen. Вы наберете, это зеленый экран, подмена фона заднего. То есть вы найдете очень для себя много полезного и сможете сделать немножко необычно, разнообразить свой профиль в Инстаграм без использования сторонних программ. Есть фильтры, и пользуйтесь. Ставь лайк, оставь комментарий, если ты не знал. Для меня это будет очень приятно, то, что я вам поведал какую-то новую информацию. Для чего это все нужно, ребята? Я вам рассказываю совершенно новую информацию, полезную, ищу для вас, копаюсь в интернете, трачу силы, энергии. Вы тоже не скупитесь на какой-то лайк, на какой-то положительный комментарий, на какую-то рекомендацию моего канала, моего видео где-то в своих соцсетях. Ведь все-таки я для вас стараюсь, и вы немножко постарайтесь, все-таки сделайте такую вот небольшую положительную историю о том, что вы знаете такой канал, как у меня. И это будет приятно, поэтому с вас что? Правильно, подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всех обнял!